Вот так посмотрим. Все. Следующему подготовиться все. Алексею Михееву, где он? Дорогие друзья, здравствуйте! 20 лет в стране проводят дикие либеральные реформы. Они говорят, думают, что у нас вышло мало, и они нас не услышат. Я, офицер, бывший состав культурный спецназ, назначу завкафедру, так сказать, проведем мероприятие по спецподготовке, по работе с партизанских отрядов и на законных основаниях захватим эту власть. Будут скрипачи, которые будут снайперами. Будут, так сказать, педагоги в бокалах, которые будут санитарками. И возьмем на законных основаниях власть, если власти поменяют. Они не понимают ничего, они разрушили армию. Промышленность сегодня направлена на культуру. Так дальше жить не может. Мы будем сопротивляться, спасибо. Надо ему с гастролем куратить. Поаплодируем всех приборов Алексея Бессонова. Жестко, он правильно зажигает. Да, меня знает.